На протяжении года в Даугавпилсской детско-юношеской спортивной школе по улице Канда, 18А, проходила замена покрытия в большом волейбольном зале и ряд других смежных работ, направленных на улучшение условий для занятий спортсменов и проведения соревнований высокого уровня. Старое покрытие было заменено на Терафлекс – упругий и долговечный материал, крайне удобный именно для волейболистов. Покрытие зала Терафлексом стало возможно благодаря Латвийской федерации волейбола, которая ранее использовала его во время крупных соревнований. В спортивной школе на Кандавас этот материал закрепили для использования на постоянной основе. Теперь работы на площадке почти завершены. Здесь осталось сделать разметку, плинтуса и установить волейбольную сетку. Все это станет прекрасным подарком для спортсменов после завершения пандемии. При разговоре с федерацией мы говорили, что было бы неплохо поменять покрытие на современное волейбольное Терафлекс покрытие, на котором играет вся Европа и мир на различных чемпионатах. Да? И Федерация волейбола свое слово сдержала, да, у нас были дискуссии, они все же решили подарить нам это покрытие, да, оно очень надежное, очень хорошее, гладкое, удобное для, именно для занятия волейбола. Поэтому мы надеемся в этот кризисную ситуацию привести порядок базы, чтобы потом наши спортсмены удобно могли бы заниматься. Я думаю, что это очень хороший подарок именно в основном, конечно, для наших волейболистов, но и другие виды спорта тоже смогут использовать этот зал. Спортивная база детско-юношеской спортивной школы имеет важное значение как для тренировок, так и для соревнований, поскольку до недавнего времени здесь проходили чемпионаты различного уровня, включая чемпионаты Латвии, Балтийской лиги и зрелищные отборочные среди юниоров на чемпионат Европы по волейболу. Поэтому данный объект, включая раздевалки и душевые, предстоит развивать и в дальнейшем. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.